Всем добрый день. Сегодня для персонала у меня пене. Жаркое из говядины с демигласом с добавлением лука. И для вегетарианцев тортеллини, перемешанные с овощами в томатном соусе, запеченные под сыром. Эссен! Всем добрый день. Сегодня для персонала у меня пельмешки по-баварски в овощном бульоне. Тортеллини, запеченные с овощами, шампиньоны в кляре, запеченные в духовке. И свежий салат с соусом из йогурта. Эссен! Всем доброго дня. Сегодня для персонала пельмени жареные по-баварски. Паштет куриный по-баварски. Шпецли по-баварски. Картофель по-деревенски с прованскими травами. Чесноком и копченой паприкой. Судак, обжаренные со стороны кожи. В рыбном соусе с добавлением укропа. И салат из белой кочанной капусты. Эссен! Всем привет! Сегодня баварские пельмешки под соусом с добавлением белого вина, лазанья альфорно, фарш говядина, свежий салат с бальзамическим уксусом и румынский густой суп с фасолью, с красной паприкой и прочими прелестями. И дам сегодня немного десерта. Это типа нашей рисовой кашки, только потом еще в конце, когда все уже холодное, добавляются взбитые сливки. И, ну, это даже не знаю, как сказать по-русски. Короче, основа шоколад, который внутри, он жидкий. И немного муки. Все это дело. Ну, это уже конвейс, продукт уже готовый. Енге! Guten Tag! Essen! Эй, was machst du da? Ich hab noch nicht angesagt, ja? Oh, mach das. Quatsch. Essen ruhe. Also, сегодня всем добрый день. Всем сегодня для персонала у меня шпецли из Баварии, прямой наводка, горячей сковородкой. Далее рагу из куриной грудки на томатном соусе с паприкой. Ньокки, наполненные шпинатом и рикоттой. Кенийская стручковая фасоль с беконом и немного картофеля сверху, чтобы не расслаблялись. Паста дизастра. Картофельное пюре, это толчонка, назовем ее так, с морковью. Далее куриная грудка в соусе из кокоса и манго. И томатный соус. Эссен! Сегодня пятница, последний день. Сегодня все работники выехали в основном в город Эссен. Ну, что так, недалеко. От Ахена, в принципе, совсем недалеко. Километров, наверное, 130, может, 140. И здесь персонала сегодня немного. Пятница, так что всех кормлю и начинаю убираться и домой.